Всем привет! Хочу рассказать вам про самую обыкновенную трапецию. У трапеции четыре стороны. Две из них параллельны, а именно основания. BC и AD параллельны, потому что они основания. А боковые стороны AB и CD не параллельны и не равны. Это не параллелограмм, это трапеция. Если провести биссектрису AK, она поделит угол A напополам. Биссектриса делит угол на две равные части. Если рассматривать АК как секущую при параллельных прямых BC и AD, то получается, что угол КАД будет равен углу БКА, как накрест лежащие. А следовательно, угол А равен углу К, значит треугольник АБК равнобедренный. Значит, АБ равно БК. Мы поговорили с вами о самой обыкновенной трапеции, не равнобедренной и не прямоугольной. Диагонали у них не делятся пополам. Всем удачи!